привет! Меня зовут Надя. Сегодня мы с вами будем шить вот такую подушечку. Она сшита из материала в полоску. И я покажу вам, как сделать ее вот в таком виде. Для того, чтобы сшить эту подушечку, сначала мы приготовим выкройку. Для этого нужно сделать квадрат по размеру подушки плюс 6 сантиметров для швов. Подушка может быть любого размера и любой формы, прямоугольной формы. Она может быть как квадратная, прямоугольная, большая, маленькая, любая. Я буду шить подушку 40 на 40 сантиметров. И я приготовила квадрат размером 46 на 46 и провела диагонали. Теперь нужно вырезать один треугольник. Я его приготовила заранее. И это будет выкройка для подушки в полосочку. Теперь нужно выкроить подушечку. Для этого нужно определить, какой рисунок мы хотим видеть на подушке. Я хочу вот эту полоску видеть по краю подушки. И в центре я хочу видеть вот этот беленький квадратик. Поэтому я кладу выкройку к этой полоске и вырезаю. Получился вот такой треугольничек, и нам их нужно будет вырезать 8. Теперь эти кусочки будем сшивать между собой. Для того, чтобы подушка получилась правильная и красивая, нам нужно очень точно совместить рисунок, чтобы у нас все линии шли вместе друг над другом. И второе важное условие – все швы на этой подушке должны быть сделаны точно на одинаковом расстоянии от края. Чтобы сделать это точно, я буду использовать вот такой ограничитель магнитный. Я его просто приставлю к машинке и буду на него ориентироваться. Шов может быть разный, можно делать чуть шире, чуть уже, но главное условие, что везде он должен быть на одинаковом расстоянии от края. Совмещаем очень точно рисунок и прошиваем на одинаковом расстоянии от края. Для домашней машинки существует лапка, которая имеет ограничитель здесь, специально, чтобы делать одинаковую ширину шва. Такую лапку вы можете купить на нашем линке внизу в описании. И такой ограничитель тоже. Вот получается такой рисунок. Все линии у нас совпадают. И получается красивый рисунок. Точно так же сшиваем остальные кусочки. И теперь нам нужно очень аккуратно разгладить швы. Теперь мы будем сшивать эти треугольнички. Между собой у нас получится квадратик. Теперь сшитые между собой треугольнички сшиваем вместе. Тем же способом складываем очень точно линии и пришиваем на одинаковом расстоянии от края. И получается такой рисунок. Разглаживаем швы на квадратиках. И будем шить подушку.
Теперь осталось зашить подушку. Для этого аккуратно прикладываем швы в уголочках и пришиваем на таком же расстоянии от края всю подушку. Здесь я оставлю открытое пространство для наполнителя и только прошью уголочки. Сюда мы будем наполнять. Теперь подушечку выворачиваем. Для того, чтобы аккуратно вывернуть уголки, нужно взять уголок, свернуть по одному шву, придерживать двумя пальцами. Один палец изнутри, один снаружи. Затем свернуть по второй стороне по шву. И теперь нужно очень хорошо держать с двух сторон этот уголок и выворачивать. Получается сразу хороший, ровный уголок. Точно так же выворачиваем остальные. Вот получается вот такая красивая подушечка. Теперь заполним подушку вот такой искусственной ватой. Это из полиэстера. Теперь открытое место вот так закалываем булавочками и зашиваем. Подушечку можно оставить в таком виде. А можно добавить декоративные элементы. Можно добавить какую-то декоративную красивую пуговицу, например, вот такую. Или вот такую. Подушечка будет выглядеть интереснее. Я пришью просто обыкновенные пуговочки, через которые я обтянула вот этим материалом. Вот этим коричневым. И сейчас я их пришью. Для того, чтобы легко пришить подушечку, я буду пользоваться вот такой длинной иголкой и толстой ниткой. Сначала нужно просто проткнуть подушку. С длинной иголкой это сделать очень легко. И с этой стороны продеть в ушко пуговочки. Теперь в другую сторону. И тоже ушко пуговочки. Иголка мне больше не нужна, я ее убираю. И теперь осталось только завязать узелочек. Подушку немножко стягиваем. Ее можно стянуть сильно, чтобы она стала такая довольно плоская. Или можно немножечко выпустить, чтобы она была попушистее, побольше. Я сделаю так. Завязываем узелок на 3 раза. И отрезаем нитку. Нитку нужно отрезать не под самый узелок. Нужно оставить там вот такие хвостики. Тогда узелок не развяжется, и пуговица будет держаться крепко. Вот такая получилась подушка. Вот здесь шов, который я закрыла руками. Его не видно. И вот готовая подушечка.
Если вам понравилась такая подушечка и вам хочется сшить ее, то внизу в описании, в наших линках, вы можете найти любые материалы и инструменты, которых вам не хватает для этого. Это не будет стоить вам дороже, но этой поддержкой вы поможете нам сделать новые видео для вас. Я надеюсь, что вам понравилось видео. Пожалуйста, ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть новые видео. Спасибо, до свидания.